Ну что, ребятушки, привет. Короче, сразу шкафы. Хочу вам показать одну вещь. Посмотрите, вы сейчас упадете для тех, для нормальных людей. Но которым можно. Вот посмотрите, посмотрите, как идет картина в симбиозе с этим камнем. Посмотрите. И она. Я не думаю, что она идет под камнем. Сейчас посмотрим. Так здесь она кончается, посмотрите, она, даже картина сама, посмотрите, обходит камень, поглядите, посмотрите. Кончается деревяшка, и картина тоже обходит, обходит камень, прикиньте. О, деревяшка кончается. Вот такой вот симбиоз, понимаете? Два шкафа рядом, да, видите? Я сейчас спрошу, можно ли мне два раза зайти. Потому что я, наверное, потому что так не успею тут все это. Не, потолки просто, ребятушки, невероятно. Невероятно. А сейчас колокольчик, смотрите, вот там был колокол. И вот, пожалуйста, и вот балка опять, которая что-то здесь должна держать. Посмотрите, опять картина вот. Видите? Ну, посмотрите, колокольчик, который уже второй или третий тут. Зачем он, если не растет? Тут же чугунные изделия лезут. И вот, посмотрите. Посмотрите, сколько им нравится, да? Вот даже здесь мне, посмотрите, посмотрите, да, посмотрите. Просто. Вот балка, чего она там держит, что там, что тут сушить точно можно было, да? Богохульник. Богохульники сушили тут. Посмотрите, какие тут арки, да? Ой, какая здесь жара, это вообще просто невероятно. Вот, ребятушки, ну, точно мне не будет времени, это же вообще такой он огромный. Чем картина 1732 года от 1432 года отличается? Ничем. Вот вам ответ, ничем. Пожалуйста, опять мать, да, моя женщина. Ну, это, не знаю, колокольчик, но здесь нет колокольчика. Ну, какая-то фасоль какая-то. И вот опять, пожалуйста, посмотрите. Камень находит, видите, на картину. Ее он как бы отрезает, потом она снова продолжается. Невероятно огромный вообще. Наросты наши. Чего мы сделали? Ну это так, знаете, как бы это все. Для меня уже это не показатель. Нет, смотрите, вот здесь есть колокольчик, кстати. Крючок. Там еще не дорос. Балки там вообще, какая высота, да? Вот, какая высота. А наросты здесь все на потолке, видите? Просто невероятно, все золотое. Там даже, кстати, маленькая картина, да, вот как это могло бы, было бы быть, по мнению умников, благоразумников. Ну
шкаф какой, да? Вообще огромный. Все, все, посмотрите, какая вибрация, да? Ну опять в церкви ничего не хочет, и там, видите, наша мать моя женщина. Ничего не хочет фокусироваться в церкви. А, там кто-то лежит. Давайте посмотрим, кто лежит. Сан Раньери. Господи, кто такой Сан Раньери? Только он сам знает, кто такой Сан Раньери. Сейчас меня там, ой, да ты вообще ньорантка, ты ничего не знаешь, блин. Ваши познания ужасные. Так, кстати, здесь нельзя ходить. О, наконец-таки, кстати. Кстати, с вами здесь. Наконец-таки Иисус появился. Кстати, да? Видите, я первый раз вижу такую огромную фигуру Иисуса. Сурья мать. Кстати, какой купол опять неровный, во-первых, неровные края, посмотрите, да? И никуда не идет, заметили? Нету никакой больше дырочки, да? Весь просто он полный, видите? Нету никакого выхода никуда, да? Очень интересно. Что каких-то вот прямо вот безумных наростов я не вижу. То, что вот мы уже не снимали. Так, сейчас пройдусь быстренько. Вот этот батистер еще здесь, да, тоже. И который мы все не видели, да? Криво, видите? Смотрите, какой он большой. Но потолок это вообще. Можно снимать и снимать, да? Кстати, он очень хорошо фокусируется. Ну, что-то такое мы видели в Милано тоже. Всегда какая-то вот эта вот маленькая... Посмотрите, вот чугунные изделия, посмотрите. Видите, крюки везде, да? На такой высоте всегда есть крюки. И окна вообще на такой высоте, да? Для света, да? Блин. Зачем вообще такое строить огромную церковь, по идее, да, было? Зачем? Чтобы потом наверху делать окна для света. Много людей. В общем, шкафы, дедушки. Вот, кстати, здесь опять картина, видите? Пропускает камень, видите? И тут шкаф залез на окно, да, видите? Тут главное как бы маленький, там побольше, да, вот саркофаг, и там внутри еще, ну, поменьше, да, то есть побольше, поменьше. То есть такой фракталчик небольшой. Во фрактал это я больше не верю, но здесь так как фракталчик получается. Часто такое, что в большом саркофаге есть маленький саркофаг. Там, видите, тоже идет второй этаж, и тоже там
тоже все, видите, потолок красивый. Кстати, лестница идет. Кстати, кстати. Кстати. Невероятно. Видите, там дверь. Вот, а? Это какая-то вообще арка. Мишка арка, кстати. Чугунные двери. Так, вот наростов особых не видно. Ну вот, но все равно они такие все, как сказать, скромные наросты веточки. Надо было и батистеры взять еще, пожопилась. Странно, не видно вам, а мне видно хорошо, что это череп. Так, шкафы. Везде шкафы, но мало так. Ну, это тоже наросты все, но такие они. Ракета, да. В основном все такое шкафное. Посмотрите, как я, когда я говорю, что арки все разные, абсолютно. Ой, смотрите, здесь тоже. Посмотрите, какой здесь мрамор. Невероятно. Смотрите, посмотрите, нормально, куда это вообще идет лестница? Посмотрите. Посмотрите, как там стена вообще вогнутая, посмотрите. Как вообще на нее забраться, да? Посмотрите, залететь что ли надо? Посмотрите, вот как вот, да? Просто вот лестница, да? Как вообще ее использовать, скажите? Как можно эту лестницу использовать по назначению? По назначению. Просто я проглотила слова. Вот, пожалуйста, лестница, на которую нам не залезть. 100%. Так, ребятушки, ладно, я пошла. Боюсь, я все-таки не успею я сейчас в свою башню. Да, кстати, мне билетик же нельзя потерять. Ну ладно, все. На этой ноте, на этой черной ангелочки, я пока заканчиваю. Пока-пока.